Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую квартиру двухкомнатную в районе Кесталь. Обставленная, под ключ квартирка. Расстояние от моего места до моря 330 метров. Можете вы увидеть, вот там море. Быстренько сниму инфраструктуру и поднимусь в квартиру. Называется проект Sweet Residence. Напрямую моя знакомая подруга продает квартиру. Так что обращайтесь. Открытая парковка. Здесь у нас генератор. Вот наше здание состоит из одного блока. Даже есть такая вот машинка интересная. Квадроцикл. Вот открытый бассейн. Зонтики, шезлонги присутствуют. Там беседка, зона барбекю. Кто хочет, ставит гриль. Так, и вот такой маленький ухоженный сад. Вот такой вход здесь интересный, с камешками. Угу. Войдем. Проект, здесь темновато. Я вечером снимаю, пока что счетчики не включились, но свет работает. Кажется, с 8 вечера они автоматически включаются. Вот такое здесь лобби. Здесь санузлы, туалет. Вот, автоматически где-то включается. Присутствует здесь крытый бассейн. Вот такой фитнес-зал. Так, повернем. Здесь у нас присутствует сауна, но она закрыта на ключ, видите, из-за пандемии. Вот, в длину. Здесь у нас хамам тоже закрыт, не функционирует из-за пандемии. Вот такой крытый бассейн. Длину где-то 8-10 метров, ширина 4,5 метра. Все, поднимемся мы на четвертый этаж пятиэтажного здания. Здесь квартирка по очень хорошей цене, так как это район Кесталь, но считается элитным. И тут близко расстояние до центра города Махмутлар, на где-то 5 минут. Расстояние по... Вот здесь у нас лифт такой. Вместимость уже 6-8 человек. Большой лифт. Вот такая лестничная площадка. Такой вот коридор здесь. И вот наша квартира. Вот это наша квартира. Входим. Здесь вот такая просторная прихожая. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой. Света тут нету, так как абонемент еще не получен. Здесь у нас вот такой санузел. Стиральная машинка уже установлена. Душевая кабинка. Такая просторная. И, значит, здесь у нас с левой стороны спальня. Такая спальня. Продается обставленная. Тут полностью везде освещение. Но так как света нет, как я сказал, темновато. Я снимаю вечером, так как времени нету. Встроен платяной шкаф. В этой квартире два балкона. Вот такой балкон. 72 квадратных метра. Такой балкон, вид с этого балкона на море, закат уже видите. Здесь возможно когда-то что-то построят, не знаю когда. Здесь отель у нас Sunstar. И вот наш второй балкон, я сейчас тут выйду оттуда.
Шумоизоляция у квартиры очень хорошая. Если купите, то это я заберу с собой. Такой шкаф платяной. Так, пройдемся в гостиную комнату. Вот такая гостиная комната. Совмещенная с кухней. Квартира под ключ. Переезжай и живи. Бытовая техника тут. Холодильник Арчелик. Полностью Арчелик. Посудомойка, духовка, плита и вытяжка. Смотрю-ка я есть. Да, есть доводчики. Мойка у нас металлическая. Гранит. Дверь была открыта. Закроем, чтобы смотреть шумоизоляцию. Никакого шума. Выйдем на балкон. Вот такой балкон. Здесь также есть вид на горы. И вот также вид на море. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира находится в районе Кестель. Кестель, как я сказал, спокойный, тихий такой район. Магазины, рестораны, там аптеки рядом, шаговой доступности. Расстояние до моря, до воды от моего месторасположения максимум 330 метров. Отмерял по карте Google. Квартира продается на 4-м этаже 5-этажного проекта. Инфраструктуру вы уже увидели. Айдат здесь 170 лир. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 60 500 евро. Не буду говорить, что торопитесь. Решать вам. Район Кестель считается элитным. В Махмутларе уже такие цены. Кестель ближе к центру города. Пляж тут где-то скалы, где-то мелкий гравий. Выбирать вам. С вами был Кавказский Орел из Алании. Всем пока-пока.